соус называется острая кинза. Жареные, чтобы они были румяные, с красивой корочкой. Итак, дорогие друзья, зовут меня Габдуллин Ильшат. И сегодня мы с вами приготовим отличное весеннее блюдо для вашего ресторана. Итак, для начала мы приготовим соус, сам острый соус из кинзы. Для этого нам понадобится рисовый уксус, соевый соус, кунжутное масло, чили перец. Берем кинзу, затем берем тростниковый сахар, кунжут, перец чили и, конечно же, наш лайм. Для приготовления нашего ролла нам понадобится что? В первую очередь это тесто для спринг-ролл, наши свежие огурцы, свежий лук-порей, болгарский перец, предварительно я его подготовил, листья романа свежайшие и наши всеми любимые креветки. Начнем мы, конечно же, с нашего соуса. Для этого мы возьмем соевый соус, возьмем наш рисовый уксус, кунжутное масло, теперь мы берем чили перец. Буквально половинку, почему? Потому что будет соус слишком острый. Затем нам понадобится наша свежайшая кинза. Кинзу не жалеем, почему? Потому что соус называется острая кинза. Как вы все уже знаете, соевый соус любит сахар. И для этого мы добавим тростниковый. Берем всеми любимый блендер, включаем на среднюю скорость и пробиваем буквально не до однородной массы, а до крупной фракции. Свежежаренный кунжут. Мы, конечно же, приступим к готовке самого спринг-ролла. Для этого нам понадобится болгарский перец. Берем, разрезаем вдоль наш болгарский перец. Вот так вот, на две половиночки, чтобы было тоненько. И нарезаем его вдоль. Ну и теперь мы приступаем к нашим свежим огурцам. Нарезаем огурцы такой же соломкой, как и перец. И настало время нашего шикарного лука-порей. Наш лук-порей мы нарезаем тоже так же соломочкой вдоль. Берем листья романа. Убираем сердцевину, то есть нашу как раз ненужную часть. Почему? Потому что она будет жестковатой. Листья романа нарезаем так же соломкой, как и все остальные овощи. Подготовленные овощи, креветки и, конечно же, наше шикарное тесто. Все ингредиенты мы уже выложили на наш лист и начинаем его заворачивать. Принцип такой же, как и у роллов. Подтягиваем, чтобы они были плотными. Выкладываем наши спринг-роллы. Я люблю спринг-роллы жареные, чтобы они были румяные, с красивой корочкой. Кто хочет, может их не жарить. Наши спринг-роллы уже приготовились, и мы выкладываем их на салфетку, чтобы стек лишний жир. Наше блюдо практически готово, и мы начинаем вместе с вами сервировку. Режем наши спринг-роллы наискосок. Такие вот красивые, свежие. Вот такое вот яркое блюдо мы приготовили вместе с вами, которое отлично впишется в ваше весеннее меню.